Подводным силам Российской Федерации исполнилось 107 лет. В культурном центре «Арбат» подводников поздравили представители власти, гости из Белоруссии и Кореи, творческие коллективы. Морские песни, марш построения. На концерте в честь Дня подводника выступили в основном кадеты и курсанты учебных заведений. О том, как это – ходить в море, они знают только в теории. Организаторы мероприятия планируют сформировать молодежное движение, где ребята смогут познакомиться и с практической частью службы во флоте. Будем проводить молодежные слеты, будем проводить молодежные лагеря. Вот это позволит, соответственно, как бы молодежи понять природу подводников. Да, а возможно, в дальнейшем кто-то из них станет не только срочником, да, на подводном флоте, но и будет, собственно говоря, свяжет свою судьбу с подводным флотом. Гаджиевцы так называют молодежный проект для юных флотинцев. Реализовывать его планируется в сотрудничестве с представителями Республики Дагестан. Это уникально получилось. Стечение многих обстоятельств, воля добрых людей, когда белорусы и россияне, а еще и гости из Кореи, гости из Дагестана, соединились в одном прекрасном проекте. Праздник в Москве стал одним из этапов российско-белорусского проекта «Морское братство нерушимо».